Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Посмотрим мы с вами сегодня украшения от мастера Оли. Распродажи у нас с вами закончились. Тем не менее, вы можете задавать любые вопросы по любому видео по распродаже. Там есть остаточки, и я всегда готова их вам сфотографировать, прислать. Так, это стильная фантастика сапфир корунд 3,7 грамма, вес двух серег, 4900 рублей, 4 карата камни, 0,8 миллиметра диаметр. Серьги статичные, занижение штифта 5 миллиметров на любой прокол и на любую мочку. Та же самая модель, сказочная просто, топазы. Те же 3,7 грамма, это по 1,8 примерно на ушко. Серьги абсолютно не тяжелые, я бы сказала, на каждый день. Хотя, наверное, и в пир, и в мир. Они очень яркие, 5200 рублей. Топаз натуральный, скайблю, Бразилия, 3,3 карата. Длина серьги 23 миллиметра. Та же самая швенза, те же самые серьги, другие камни. Это шикарное сочетание топаза и граната альмандина. Смотрите, очень яркие гранаты, яркие. И вот такие сказочные топазы. На мелкую и среднюю мочку ушка, прошу обратить внимание, занижения штифта нет. 33 миллиметра длина серьги. 7,7 карата, 5900 рублей, 4,3 грамма, по 2, чуть больше 2 грамм на ушко. Вот такие сказочные серьги. Еще серьги. Это люксовые турмалины рубелиты. Вот. Так, смотрите. Камешки играют, переливаются, и чистота сказочная, и еще разноцветные искорки идут по камешку. Вот они. Вот. 6,5 грамм вес двух серег, то есть по 3,3 примерно на ушко, чуть меньше. Занижение штифта есть. На любой прокол и на любую мочку 9500 рублей стоимость серёг. 11 карат вес камней. Длина 35 миллиметров. Так, второй ряд. Берил. Берил в огранке 0,45 карата. Средний Урал. Стоимость 6700 рублей. Рублей 17,5 размер, диаметр 5 миллиметров камешка. Вот такая классическая модель на любой, на ну, и в пир, и в мир, на любой выход. Так, вот это покупалось как это украшение, как комплект. Вес серёг 2,1 грамма. Вот такие размеры камней. Берил средний Урал. Стоимость серёг вот здесь написано. Значит, серьги стоят 8000. Колечко 5000 рублей. Колечко 17,2 размер. Смотрите. Вот такой набор. 13000 стоит набор.
колечко 5000, серьги 8000. Вживую они ярко-зеленого, вот как трава, вот такого цвета. Чистота очень хорошая. Вот, вот, смотрите, яркие-яркие. Это родонит орлец и турмалины в ограночке. Так, что имеем? Родонит орлец плюс турмалин огранка. 29 на 19 миллиметра это родонит. Длина 46 миллиметров. Вес 12,4. Это по 6,2 на ушко. Очень нарядные серьги. 10 тысяч рублей. Шикарное кольцо с берил Урал, 10 тысяч рублей, овал 11 на 9 миллиметров, 3 карата, 18 размер колечко. Вот так, смотрите, очень интересно. Вот так, это все здорово. И вес кольца 2,6 грамма. Вот так на ручке, собственно говоря, один камень. Все, все внимание на камень. Так, третий ряд. Вот такой замечательный изумруд. Очень яркий, травяного оттенка. Вот с таким, смотрите, у него имеет место быть вот такой полихромный интересный аспект. Вот видите, уголочек, один в нем полихромничек, такого болотного цвета, очень интересный. 0,9 карата, берил Урал, 19,5, 19,8. Это, по сути, печатка унисекс. 12 тысяч рублей. Вот так на ручке. Собственно говоря, наверное, ну, это опять-таки я ни на о чем не настаиваю, вот ближе к мужскому кольцу. Вот, смотрите, кто просил. Это черный опал. Фантастический камень. И вот такая королевская лилия с турмалином в ограночке. Сказочное кольцо. Размер 19-19,5. 3,1 карата. Овал, черный опал. Эфиопия плюс турмалины в огранке. Стоимость колечка 14 500 рублей. Красота из красот. Это колечко с натуральным рубином. Вот в таком интересном исполнении. И это кольцо тоже может претендовать. Вот как мужское может идти. Вот такие львы, смотрите. По бокам рубин натуральный, Шри-Ланка, 18,5 размер. Ну, как мне кажется, мужчинам бы вот на мизинец, скажем так, без изысков, только камень. Вживую все камни на порядок ярче, 4,5 карата, вес камня 15 тысяч рублей, стоимость изделия. Ой, ну да, правильно, 15 тысяч, стоимость изделия. Ну что, красота
из красот. Вот бы серьги еще такие. Ага. Это опал в огранке. Опал натуральный плюс демонтоиды. Эфиопия и Южный Урал. Размер кольца 18,8-19, 2,4 карата камень. Гранаты, демонтоиды вот по 2 миллиметра. Очень органичное колечко, очень нарядное. Стоимость его 15 000 рублей. Попробую показать вам его на своей ручке. Ну что сказать. Ну, дорогая, статусная вещь. Вот бы серьги такие. Так, ну вот на этом давайте мы с вами и закончим. Я желаю вам всего самого доброго и легкой вам предновогодней недели. С вами была Татьяна. Всего вам доброго.